Доброго времени суток, я продолжаю вас знакомить с проектом Say. Say Network – это первый блокчейн L1, ориентированный на книгу заказов. Он построен с использованием Cosmos, сети Cosmos и ядра Tendermint и имеет встроенный модуль центральной книги лимитов ордеров. Децентрализованное приложение, основанное на Say, могут создавать поверх Club. А другие блокчейны на основе Cosmos могут использовать Club Say в качестве сообщества центра ликвидности и создавать рынки для любого актива. Say будет выступать в качестве центра инфраструктуры и ликвидности для следующего поколения продуктов DeFi экосистемы Cosmos. А сейчас самое прекрасное время, ведь каждый из вас может помочь данному проекту. Для того, чтобы Say стал более известен, и благодаря ему вы стали, собственно, рядом с проектом, который добьется большого успеха. Присоединиться может, собственно, каждый, но кого ищет данный проект? Он ищет креативных, кто открыт для изучения новых вещей и создания, связываться с сообществом, взаимодействовать с ним. Также кто может мыслить нестандартно и придумывать новые способы привлечения клиентов, а не все, которые используют сейчас каждый проект. Базовое понимание технологии блокчейна с упором на экосистему Cosmos. Желательно, но не обязательно иметь не менее 1000 подписчиков в Твиттере. Но мы понимаем, что в Твиттере сейчас идет вся криптодвижуха, да, сейчас Facebook вообще не котируется. Раньше котировался LinkedIn, но сейчас он тоже как-то отпал, все идет через Twitter. Что нужно будет делать? Это создавать какие-то сообщества в Telegram, связываться с Say в Твиттере, также в Твиттере как-то создавать посты, которые будут набирать, делиться объявлениями также вот в своих сообществах или в сообществах проекта, или там в ветке в Дискорде, допустим, отвечать на вопросы в Телеграм, в Дискорде, объединять усилия с другими инициативами, основанными на Cosmos, создавать инфографику, мемы, гифки, видео, статьи, в общем, все, что только можно создать, все как можно, собственно, познакомить людей с данным проектом. Работы, конечно, будут приниматься не все, они должны быть, собственно, хорошие, качественные. Награда будет распространяться в конце месяцев за весь ваш месяц, и лучшие исполнители имеют возможность заработать дополнительные баллы за то, что они привносят больше, чем остальные. Конечно, что вы получите, для вас это самое главное, потому что все это эфемерное, что вы поможете проекту, это, конечно, хорошо. Но работа с основной командой и другими единомышленниками по всему миру – это действительно большой опыт. Возможность исследовать и расти, делиться своими мыслями – это также поможет вам в будущем. Отношения с другими членами команды Cosmos – это вообще, я считаю, космос. И новый набор навыков, собственно, опыт работы в команде, ну и, конечно же, никто не отрицает, что будут, собственно, и стимуляционные какие-то денежные плюхи. Это, собственно, то, что для многих является главной движущей силой. Но что же сейчас нужно для этого? Для этого нужно перейти в Discord, и как мы видим, что вам нужен 7-й уровень, после чего вы, собственно, можете изучить данный проект и присоединиться, заполнив форму. То есть 7-й уровень, это, если честно, все как-то неоднозначно, потому что я получил то ли 3-й, то ли 4-й, и мне уже открыли этот крю, то есть он именно для амбассадоров, он должен открываться на 7-м уровне, но мне открылся раньше, так что 7-й уровень не обязателен. Но что обязательно? Обязательно нужно, конечно, общаться в чате, обязательно нужно делать ретвиты, делать посты, делать статьи, то есть всячески помогать проекту уже на начальном стадии, чтобы вас заметили. После того, как вы все это будете делать, когда у вас откроется этот непосредственно крю, когда вас заметят, возможно, на 7-м уровне, возможно, раньше, но
Все зависит от того, как вы, собственно, относитесь к тому, чтобы, собственно, стать амбассадором и как вы относитесь к проекту. После этого, когда у вас есть эта возможность, вы переходите и заполняете эту форму. Форму лучше, собственно, заполнять как можно раньше. То есть я, когда заполнял, я писал, что у меня не 7 уровень. То есть у меня до сих пор не 7 уровень, но я уже очень сильно помогаю команде именно в социальном плане, да, то есть я и в Твиттере помогаю, и статьи пишу, то есть вот и видео записываю. Поэтому мне вот это просто общение, причем там в основном, да, там мало отвечают, там просто общаются, то есть потому что по проекту там сейчас собрались те, кто в нем разбираются. То есть это позже, когда будет проект развиваться и будут приходить новые люди, которые ничего не понимают, ничего не знают. Вот тогда, да, тогда нужно уже будет, собственно, развивать проект, но и отвечать на вопрос. Но сейчас пока такого нет. К Квити есть очень много уровней, то есть до адмирала, то есть лучшие майоры, да, у нас будут адмиралами, лучшие капитаны по версии майора будут, лучшие офицеры, и вот так вот, в общем, лучшие из лучших будут, собственно, проходить все дальше и дальше. Поэтому я и говорю, что делайте все, что в ваших силах. Поэтому вот тут, собственно, и написано, да, и TikTok, и Discord, и Twitter, и Reddit, все нужно развивать, везде нужно. То есть, да, чем больше вы можете, тем больше делайте. Если у вас в ТикТоке 3 подписчика, то зачем вам это нужно, да? Если у вас, допустим, в Твиттере 4000, и это действительно настоящие люди, не какие-то нагнанные, которые за вами следят, то одним Твиттером вы неплохо бустанете проект. Поэтому смотрите на свои силы. Я советую подать заявку, я советую помочь проекту, потому что проект действительно достоин. Об этом я еще рассказывал, об этом есть очень много информации. И, возможно, я еще что-нибудь интересное найду и запишу. На этом у меня все. Присоединяйтесь к проекту. Всего доброго и до новых встреч.